2 года, провел 50 боев, 41 одержал победу. Является призером чемпионата Украины в городе Керчь. Тренируется под руководством Виктора Петриченко. Стоит. 5 раз, 5 надо! Они просто не надо! И на него! Тоже
ударил туз уклона. 10 раз. Вот так. В синем углу ринга отдыхает Андрей Кирпушко. Он 2000 года рождения, имеет 3-й юношеский разряд. Представляет город Черкассы, ДЮСШ Виктория. Боксом занимается 2 года, учет боев не ведет. Является финалистом турнира сильнейших боксеров Украины в городе Керчь. 2013 года. Тренируется под руководством мастера спорта Александра Пискун. Андрюха, 7. Последней паре сегодняшнего дня соревнований. Иван Король Чернобай, Ярослав Шевченко, Черкасский район, категория до 80 кг, полуфинальная пара. В этом бою победу единогласным решением судей одержал Александр Жвавый, город Умань. За 3-е место награждается Андрей Кирпушко, Виктория, город Черкассы.